Всем доброй ночи. 5 октября, час ночи. Вот. Западная Сибирь, город Когалым. Передо мной музейно-выставочный центр по улице Дружбы народов, дом 40. Вот такое вот здание. 17-этажное. И это вот также улица Дружбы народов. Еще раз скажу, час ночи. Так вот симпатично выглядят дома ночью. Прям даже не скажешь, что час ночи. Потому что, в принципе, достаточно освещенные улицы, светло для темного времени суток. Но это вот такая декоративная надпись «Когалым», дальше «Время» и 2023 год. Ну, это строительство ЖК «Философский камень». Ну вот, а я завершаю свою прогулку, откуда, собственно говоря, я ее и начал. Вот с этого дома, улица Дружбы народов, дом 36. Вот, время час ночи. Или даже уже начало второго. Всем приятного просмотра и до новых встреч!